Правозащитник террориста Кадырова Мансур Салтаев вышел на связь, чтобы в очередной раз защитить преступную власть. Салтаев, если ты изначально все лично контролировал, так почему ты высказываешься только сейчас? Асхаб был убит 22 марта, в день теракта в Крокусе, а ты спустя 12 дней выходишь на связь, когда после нашей публикации все СМИ начали писать об этом, и заявляешь, все хорошо, я контролирую да там кого-то убили, но это не связано с Крокусом. То есть убийство чеченца московскими полицейскими, это нормально? И ты, жалкая гнида, все это время молчала, пока мы не начали про это трубить с 29 марта. Нам также сообщали, что сотрудники московской полиции с следственным органом делали фальсификации с доказательствами убийства над Асхабом, не отдали видео похищения с камер видеонаблюдения, а также видео с тюремной камеры, где убили Асхаба. Кроме этого, они задним числом некоторых сотрудников уволили, а некоторым дали отпускные. Что якобы их там не было. То есть, по-твоему, знакомые и односельчане, а также родственники врут. Что убийство Асхаба было после теракта в Крокусе, а убийцы, которые заявили, что он сделал суицид до теракта, правы. Ты стал соучастником этого зверского убийства. П.С. Ахмед Дудаев, контролируй свои СМИ которые берут фотографию у нас и публикуют, убрав наш логотип. Авторские права тебе знакомы? Вам настолько плевать на убитого чеченца, что вы тупо взяли фотографию Асхаба у нас.